Так, друзья, всем привет! Сегодня 6 июля, и мы едем на очень веселый маршрут. В прошлом году он был для нас самым жестким. Посмотрим, как в этом году он пройдет. Классика. XMR 650, Odys Mod Pro 1000, XMR 1000 и Grizzly 700. Вот этот товарищ позвали из чатика с нами поехать. Вот, посмотрим, как сегодня пойдет. У нас последние дни ливни были в Питере, поэтому болото могло подмочить. Нам же прямо! Сели!
Миш, мы только выехали, блядь. А? Мы только тронулись. Я немного испачкался. Давай, я уже дотащу. Распогодилось, на удивление. По прогнозу должна была быть гроза, ливень, шторм. А пока ничего нету. И это хорошо. Большой затычек. Подъехали к первому ковру. Понижаечку полный. Чувствуешь, как мотору становится тяжелее, как руль становится тяжелее. Ну да, сейчас ковер сухой, даже несмотря, что были ливни и грозы, он высушился и едется прям пока хорошо. Выскочили на следующий коврик. Тут очень много морожки. Я уже съел пару ягодок. Ну красиво же, а, господа, очень красиво. Меня подзрывать стало в моменте. Нельзя газовать, надо максимально потихоньку. Видишь, ты порвал, все, ты, ну все, лебедку давай нахуй, даже не придумывать.
Да, мокро оказалось во второй половине болота. И это болото еще простое. Дальше сильно сложнее. Я даже не знаю, как мы поедем. Так, здесь вода. Сразу слезаем. Сразу слезай, слезай! Да. Толкай, толкай его. Полный привод, блоку. Миша, газуй, газуй, жми на газ. Давай, давай, газуй, газуй. Газу нажми. Что? О, Одис тащит, походу. Первого, скажем так, большого. Едем к следующему. Сейчас будут прогоны. Потом под мостом. Сейчас немножко здесь поковыряемся для начала. Ой, не люблю вот такие места. Скачешь по ним, как козел. Мы чуть-чуть перезали дождик. Но особо слабее он все равно не стал. И мы решили все-таки продолжить путь. И у нас следующий ковер. Но он должен быть лайтовым, насколько я помню. Не тормози, не тормози!
что повис. Пацаны рубятся здесь, я посмотрю, где рубится Лёша. Потому что здесь тоже лужа, слева, справа точнее. Вот это. Она всегда была легкой. Выехали мы на довольно сложное болото. Следующий кусок наш. Я тут всегда вначале застревал. Это была вообще классика. Надеюсь, на новой резине будет получше. Нет, походу все то же самое. В первой луже. Но я не застрял. Проехал. Очень жизненько. Ой, бля. Все, Миша сел.
получается. Вот это круто. Да. Да все, лебедка, лебедка, не съезжай. Газ отпустил в начале. Квадроцикл. Сохрани вариатор.
что-то мы засели плотненько в моменте. Очень, кстати, советую вот такой пультик, когда разматываешь ведетку, очень удобно вытаскивать. И вообще, в целом, я хотел сказать, что вот эта резина CST Wild M гораздо лучше себя ведет на болоте, чем Maxxi Smooth Zilla, потому что она не рвет так ковер и потихоньку-потихоньку выезжает, если только уже ковер не был порванным до этого. Но в целом, я доволен. Надо единственное было ставить десятки, не спереди все-таки, а 12 по кругу, 12-12, а то мне спереди 10, а сзади 12, это, конечно, ошибка была. Так, закончился у нас очередной ковер. Сейчас мы выезжаем на очень прикольную лужу. Я бы даже сказал, не лужа, а брод. В прошлом году мы хотели ее объехать, но в итоге поняли, что лучше ехать в лоб. Так, Леха пошел.
начинаю уставать уже. Последнее болото. Дальше будем скакать по пням. Ой, как бы мне сейчас не засадиться тут. Неудачно выехал. Болотцы есть, парни немножко засели. Леха тут выскакивает уже с него. Сначала не туда заехали, но все окей. Получается, самое сложное позади. Дальше вопрос техники и траектории. Сейчас будем вдоль такой канавы ехать. По бревнам скакать, немного грязи. Но ковров уже таких сложных узлов не будет. Продолжаем наш маршрут. Вот сейчас он будет уже весь такой более лесной, затычный. И ковыряем. Давай выезжай там, где Миша поедем. Нашли мы выезд в итоге. Нашли выезд. Едем вот дальше. Конечно, в прошлый раз, когда мы здесь рубились ночью, было гораздо некомфортнее и непонятнее вообще, куда ехать. Часто хотя бы можно посмотреть, куда, что. А в темноте здесь было вообще весело. Yeah.
такая же проходимая техника. Я в шоке просто. Рубилова. Навигатор уже ничего не показывает. Едем куда-то. Конечно. Просто бесконечная Рыгалова продолжается. Там, где я застрял, пацаны уехали. Ну, сейчас пацаны сами застряли, я их догнал. А, так это все, финиш! Йо! Мы доехали! Ха-ха! Да, Леш, это все! Да! Давай! Поздравляю! Вы сделали! Ну, сложную часть мы все проехали. Без инцидентов, без поломок. Все хорошо. Прошло. Да, была иногда лебедочка, но без критичных каких-то проблем, засадок и так далее. Главное, что возвращались уже не ночью и в темноте. Потому что вот этот последний кусок, где надо скакать по бревнам, искать дорогу, ночью, конечно, тяжело очень ехать.
Поэтому сейчас у нас уже остается несложная часть. Будет пару еще моментов, но без криминала. Едем домой отдыхать. И очень хочется что-то шашлыка, конечно. Просто сдох предохранитель один. Поэтому движемся дальше. Все, катка окончена. Спасибо, что смотрели. Поэтому до следующего включения. Через пару недель снова, я думаю, что-нибудь снимем, потестим и выложим.